Хип-хоп в уши всем любителям бита, с вами Rap News, и сегодня мы разберем самый нашумевший баттл 2017 года. Слово СПБ против Версус, Оксюмерон против Гнойного. С чего начался конфликт, как начался баттл, как он проходил и чем закончился. Все в этом ролике, поэтому смотрим заставку и не переключаемся. Итак, буквально только что прогремел самый главный баттл 2017 года. Слово СПБ против Версуса, Оксюмерон против Гнойного. И, естественно, после этого баттла в сеть сразу стали изливаться якобы финальные решения по батлу, мол, 5-0 в пользу Гнойного, или 2-1 в пользу Гнойного, или как Гнойный назовет свою кофейню. Это такая отсылочка к Джонни Бою, потому что тогда его Оксюмерон просто раздербанил по мостовой, и тот закончил свою рэп-карьеру и якобы сейчас владеет кофейней. Но такие любители спойлеров, естественно, получают спойлер от нашей редакции Rap News. Так вот вам спойлер, господа. Ваши дети будут пидорами и умрут от рака, суки! А спонсор сегодняшнего выпуска — Борода. Борода, у кого-то она есть, а у кого-то пизда. Ну а если серьезно, то я затеял этот выпуск лишь для того, чтобы сказать, что я понимаю, почему в России все плохо и никогда это не улучшится. Потому что вот он менталитет. Вот он менталитет. Это святое для Versus батла — не разглашать финал батла. Не разглашать результаты. А вы, фанаты, бежите туда, снимайте и втихаря выкладывайте. Я надеюсь, ресторатор и тот чувак со слова СПБ вас найдут и всех к чертовой матери вырежут за то, что вы оскверняете их культуру. Я не такой большой фанат рэпа, но я понимаю традиции, которые мы сами создаем. Не которые нам кто-то навязывает, а которые мы сами создаем. И когда появляются говнюки, которые варятся в этом котле, а потом нарушают эти традиции, вот это приводит в ненависть. У нас никогда не будет все хорошо, пока мы не изменим эту чертову ментальность, господа. Всем спасибо, всем дизлайк.